Один. Старт! Теперь по себе. Тут, по лзу. Ты какой стартовал? Стартовал. А как вас маска подала? Не знаю. Минута с начала заезда. Первый Карпенко Дмитрий, второй Чан Максим, третий Зильберт Артем, четвертый Чайка Вениамин, последний Гарколи Никита. У всех по одному кругу. Три минуты с начала заезда. Первая позиция Карпенко Дмитрий. Пять кругов, второй Чан Максим, пять кругов. Зильберт Артем, третий доезжает. Четвертый круг. Чайка Вениамина, Гарколин, Никита. По четыре круга. Три с половиной минуты до конца заезда. Пропустите, пожалуйста. Никита. Ну ладно, побудьте. Никита! Я тоже думаю, побудьте, побудьте. Я тоже думаю, разговариваю. Осталось 2,5 минуты до конца заезда. Первая позиция Карпенко Дмитрий, 9 кругов. Второй Чан Максим, 9 кругов. Третий Зильберт Артем только что пошел на 9 круг. Чайка Вениамин, 4 и 5 Гарколи Никита по 7 кругов. На компьютер? Минута 20 секунд до конца заезда. Первый Карпенко Дмитрий, 12 кругов. Второй Чан Максим, 11, пошел на 13. Третий Зильберт Артем, 11 кругов. Гарколи Никита, 4, 9 кругов. И Чайка Вениамин, 5, 9 кругов. Осталось минута до конца заезда. Деньги? Что? Ты что там отстал? Как так? Как так? Ну вот так. А ты?
Гаркулин Никита и Чайка Вениамин финишировали. Торпенко Дмитрий финишировал. Всех участников Чам и Зильбер за 3 круга, Нажар Лаксиня 2 круга. Не прыгай! Две минуты с начала заезда, первая позиция по-прежнему. Чам Максим, второй Зильбер Тарту, Артем, третья Мажарова Ксения. Ездили, кого-то обогнали, кого-то не получилось. Что заснял? Рот вытри. Первое место. Это человек Мазур Юрий. Все остальные взрослые боятся с ним соревноваться, поэтому ездят только дети. И в детском зачете класса 110 ВВД. Третье место завоевал Клинев Дмитрий из города Арсеньево. Или это другой класс? Второе место в классе модели 110 2ВД завоевал Воронин Иван из города Владивосток. Место в классе моделей СТ-10 2ВД детский зачет завоевал Чан Максим. Также о, молодец! В этом классе он игрался. Ну что, жали чуть-чуть друг друга? То как не родные, ну. Не успел. Ну, настоящие участники никогда не уезжают. Я просто не успел. Окончание награждения. Второе место завоевал Матвеев Игорь, сбежавший по семейному. Переходи на второе сразу. И первое место в классе моделей Баги 8D завоевал Чайка. Нас можно не фотографировать. Ну наконец-то! Баги 8D завоевал Зильбер с Артем. Да нормально, да, Боба? Второе место в этом классе модели завоевал Чан Максим из города Владивостока. И первое место у Карпенко Дмитрия, также город Владивосток. В одну подержите вдвоем. Давайте помогу. Поддержите чуть-чуть.
Смотри, он ее успеет поломать. Также из города Арсеньева. И третье место. Первой свежести. Третье место завоевал Гринев Дмитрий. Третье место. Третье место. Ну ничего, со мной иногда полезно. Что-то расслабился. Второе место в этом классе моделей баги 10Е, детский зачет, завоевал Буханков Евгений. Даже не говори. Я четвертый. Я четвертый. День пола. Половник. Ну, 3 года назад, а таким был. А ты меня это, будешь исправляться. Второе место завоевал Чан Максим из города Владивостока. Не оставив никаких шансов. Так, чуть-чуть. Друг... Давайте, молодцы. На этом сегодняшнее соревнование окончено. Кому еще ехать далеко до моря, счастливого пути. Ждем вас. Руки по сухие. Спасибо.